Всем привет, меня зовут Гоша, я амбассадор компании Моторика. Мне предоставили мотоцикл К2Р, и сейчас мы поедем в гонку. Гонка Рамхилл, погода шепчет, будет супер грязно и супер интересно. Надеюсь, я не подведу, техника не подведет. Я упал, но тем не менее дальше вроде собрался. Самая, блин, элементарная горка. Собрался, доехал, ну вроде как пятым-шестым. Еще цепь упала, 10 цепь подела. А гонка час 20, короткий, тут каждая минута важна. Ну было тяжело, особенно последний подъем, там просто вертикальный, глиняная стенка. Там без троса никак не получалось, просто нас вытягивали по очереди. В итоге получилось финишировать пятым и пройти в полуфинал. Давайте, напрыгиваем.